Приветствую вас, мои друзья, на моей кухне. Сегодня я вам предоставляю к вниманию вот этот рецепт прекрасного летнего блюда. Я думаю, что все любят летом, ну, готовить не знаю, как любят, но кушать это точно. Это фаршированные перцы, но я их сделала еще и с заливными тефтельками. Предлагаю сейчас, не затягивая долго это видео, и посмотреть, как я это все готовлю. Пришел.
Я надеюсь, что вы воспользуетесь этим рецептом и будете готовить его с удовольствием. А сейчас покажу, как я его накладываю. И обязательно подливочка. У меня тут есть мои любимые дегустаторы, как всегда. Да, Юль? Угу. Продегустируешь? С удовольствием. Так, ну что, дегустатор. Дегутатор. Дегустатор, моя дочка Юлия. А ну-ка, давай-ка. Без сметанки. Отпробуйте, отведайте. У нас есть майонез. А это майонез? Да. Ну ладно. А ты что думала? Вкусно? Это фишка Артура. Выключайте, я сейчас буду есть. Ну, приятного аппетита. Классно. Очень вкусно. Вот такая вот летняя у нас получилась. Тефтельная фантазия и заодно перчики. Перцы мы любим с Юлькой кушать, а наши мужики едят тефтели. Да. Ну что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Да, Юль? Да, хорошего настроения. Пока-пока.